Это был год, когда матушка, наша императрица Екатерина, тяжко болела, и делами государственными ведал князь Меньшиков. Что не могло не вызвать недовольства знати, по роду своему стоящей куда выше бывшего приказчика. Судьба, словно насмехаясь надо мной, закинула меня на иную стезю, и бывший сержант драгунского полка стал экспедитором тайной канцелярии. Много дознаний было на моем веку, но это запомнилось мне особенно. Однако эта история началась далеко за пределами России. Спасибо, милейший. Пустяки. Вы говорите по-русски? Немножко. В детстве у меня был русский слуга. Может, вы желаете отобедать со мной? С удовольствием. Я остановился вот в этой гостинице. Ну, за здравие. А чем вы занимаетесь? Вы называете это чудесами. Что-что? А вы не бывали в России? Не приходилось. Я уверен, что ваши способности будут востребованы в нашем обществе. Если вы сможете развлечь моих гостей, я готов обсудить сумму вашего вознаграждения. Очень рад. Ну как? А это ты? Посмотрим, кажется, клюнул. Да? Переоденься. По приглашению вашего сиятельства, господин Ван Гувер из Амстердама. Это кто? Прелюбопытнейший субъект. Ловко спас меня от воров на рынке в Амстердаме. Оказался иллюзионистом, но благородных кровей. Честь имею, господа. Не буду вам мешать. Хорошо, ступай. Минуту. Господа, вы позволите? Наслышано о ваших талантах. Сие развлечение может позабавить царевича, но прежде не откажите в любезности дать представление для нас. К вашим услугам. Кстати, вам отметили паспорта? Давайте я позабочусь. Я буду рад презентовать мой скромный труд перед вами. Степан, позаботься, дружок, чтобы для представления его милости была оказана всякая помощь. Да. С таким в карты не садись играть. Ловок. Где ты, говоришь, его встретил? На рынке? Совершенно случайно. Thank you.
Нашел? Он в гостиной. Там есть камин. Считай, полдела сделано. Самойлов, отпиши-ка нашему посольству в Голландии, пусть наведут справки об этом господине. Угу. Только тихо, без шума. Кто это? Это я и хочу выяснить. Больно ловок. По-русски разговаривает без акцента. Кстати, приходи сегодня на представление. Он у Орловых фокусы показывает. Ваше сиятельство. Что еще? Дозвольте мне взять мою воспитанницу. Фокусы посмотрит, а то совсем зачахнет. Воспитателем заделался? Так сирота она. Ладно, бери. А что твой чародей прибыл? Еще нет. Степан, как только приедет Ванкувер, немедленно мне доложить. Его высочество царевич Петр и светлейший князь Меньшиков. Это ты его пригласил? Помилуй бог. Вся Москва судачит об этом фокуснике. Было бы хуже, если бы не пригласил. Мне рассказали, что у вас сегодня необычайные представления будут, а я не знал. Ваше высочество, мы хотели доставить вам удовольствие с этим сюрпризом, и поэтому держали это в секрете. Хорошо. Ну, давайте, начинайте. Я готов. Ну что ж, этого я ждал несколько лет. Я уверена, у нас все получится. Ваше сиятельство, господин Ванкувер прибыл. Приглашению его сиятельства господин Ванкувер из Амстердама. Добрый вечер, господа. Ваше высочество. Спасибо, что сочли возможным уделить время моему скромному представлению. Если позволите, то я начну. Прежде всего, я хочу поблагодарить хозяина дома за ту честь, которая была оказана мне предстать перед вами, чтобы развлечь ваши милости. Я думаю, что никто не будет против, если его высочество примет участие в нашем представлении. Позвольте ваше кольцо. Бокал. Вы все видели, что кольцо было в бокале. Итак, теперь будьте внимательны. Мой тебе совет, пока не обшаришь карманы этого умельца, из дома его не выпускай. <с <с
Это, видать, про карманы я зря сказал. Похоже, тебе брюхо ему вспарывать придется. Кольцо, Ваше Высочество. Тогда я еще не знал, что значили при дворе вздох или ненароком брошенный престолонаследником взгляд. Ушаков же отлично разбирался в этой придворной игре и не упускал ни единой мелочи. Дочь Меньшикова, которую светлейший прочил в невесты будущего государя, ревностно следила за царевичем, чем стала раздражать его. Теперь он при первой же возможности старался оказывать знаки внимания молодым фрейлинам, с одной только целью – досадить своей будущей жене. Ежели персона важная проходит, нужно кланяться и приседать. Ясно? Ясно. Ну, что скажешь? Ловок, но фокус сей я разгадал. Да ну? Кольцу некуда было деваться, значит, оно исчезало вместе с платком. Но ведь оно на дне лежало. Да. Но ежели в него нитку продеть, а потом рукой да попридержать и дернуть вместе с платком, невелика премудрость. Хорошо, а птица? Ну так никто ж не следил за его девицей. И что она там прятала в его платке? Значит, ты не веришь в чудеса? Нет, ваше сиятельство. Печально. Ну а ты, дитя мое, веришь в волшебство? Верю. Вот, устами младенца глаголит истина. Деточка, его высочеству подобает кланяться. Вот, царевич дарит это тебе. Спасибо. А я вам, сударь мои, скажу так. Вор он Меньшиков. Вором был, вором и остался. А сейчас, если обвенчает царевича Петра со своей дочерью, почитай, на трон сядет. А поговаривают, что до царя-то Марта с ним прелюбодействовала. Да и при нем тоже не отказывала себе в удовольствиях. Сейчас здоровье не то. Губит она себя этими безудержными кутежами. Алексашке этого и надо. Он царевича Петра к себе перевез. А долгорукие... Вместо того, чтобы царевича Петра вывести из-под Алексашки. Если бы могли, давно вывели. Так Меньшиков с царевичем в ссоре? Самый момент? Они, скорее всего, разделили имущество на части. Хотя не исключено, что мы найдем здесь все. Я тоже видела только один. Но думаю, что ночью можно посмотреть и в других комнатах. А вот огурчики надо покупать исключительно у Степана. О всем городе лучше не сыщешь. А ваше сиятельство? Не так случилось, что? Беда. Орлов. Что Орлов? Хочешь? Нет. Нашли мертвым в доме. Вот тебе раз. На месте был? Нет, ну я бежал туда, до вас увидел. Хорошо, поехали вместе. Федор, возьми кулек. Я даже не понимаю, как могло так случиться в этом нашей войне. Вот уж не ждали. Ему бы жить и жить еще.
ни сном, ни духом. Ваше сиятельство. А, да, да, да. И что? Здесь его и нашли? Нет, ваша милость. Барин у дверей лежал. Мы его, значит, сюда перенесли. Думали, удар случился. Отлежится в том разумении. А нет. Отошел. И что же, барин тебе ничего не сказал? Я же говорю, лежал как в беспамятстве. А ночью-то кто заходил? А ночью? Ночью двери на запорах держим. Точно? Ваша милость. Батюшка! 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 Но почему, как только появляется баба, пропадает всякая возможность думать? Но в данном случае это для нас не помеха. Похоже, Орлов действительно помер от удара. Пошли-ка. Хороша загадка. Угу, хороша. Что делать будем? Ваше сиятельство, вы пока слуг опросили, а я на крышу. Спасибо, что разрешил. Угу. Тебе-то зачем на крышу? Ну, судя по тому, что на подоконниках следов вы не нашли, и в двери никто не входил, проникнуть сюда можно было только через каминную трубу. Ага. И отверстие как раз подходящее. Ваше сиятельство. Что, еще кого-то убили? Да нет, в архив залезли. В архив? По конфискованному имуществу части бумаг не хватает. Народ совсем умом тронулся. Архив-то им зачем? Точно сказать трудно. Но думаю, что злодей искал опись имущества, сосланных за последний год. Почему? А вы сами посмотрите. Другие полки-то не тронуты. Верно говоришь. Ну а ты что, трубочист, расскажешь? Не протекает крыша у Орловых? Крыша не течет. А вот то, что гость наш через трубу наведался, это верно. Это что? Нашел на крыше. Пряжка не нашинская. Даже у немцев в слободе не такие. Металл не проржавел, значит, потеряно недавно. И что же мы теперь у каждого встречного обувь будем проверять на наличие пряжек? Ну, у каждого не у каждого, а примета хорошая. Хорошая. По поводу куска, отрезанного от гобелена, что думаешь? Ну, не знаю. Видимо, им именно это место понадобилось. Вот воистину провидец. А я-то решил, что они забавы ради, от нечего делать, кусок откромсали. Кстати, почему они, а не он? Двое их было. Я потом следы нашел. И уехали они на воске. Ладно, у нас тут тоже беда. Перепись конфискованного имущества исчезла. Ну так я разумею, что есть связь некая между сим. Надо бы выяснить, кому принадлежал этот гобелен. Ну и крыша у них. Гобелен разделен на три части. Вижу, вижу. Одна у Орлова, одна в Щербинке и одна у самого Ушакова. На ловца и зверь бежит. А в Щербинку мы всегда успеем, а вот с графом мы увидимся нынче же. Нынче же. Слушай. Я за тебя боюсь. Мне кажется, что они уже заподозрили что-то. В любом случае, они не оставили мне иного выхода.
Итак, господа, я имею честь видеть вас на своем представлении. Я попросил бы вас помочь мне. Я попрошу вас держать руки перед собой. Сюда пришел смотреть. Так, ваша милость, я же никогда не видел. Егорка и впрямь увлекся представлением, забыв о главном. Запомнить рисунок гобелена, что висел в доме Ушакова. Дабы потом найти схожее изображение в торговом доме. Там тогда хранились копии привезенных гравюр. По ним придворные часто заказывали себе и гобелены, и картины. Мы обыскали немало пыльных полок, прежде чем нашли то, что стало впоследствии разгадкой тайны гобеленов. Эта гравюра изображала рисунок, который впоследствии был разбит на несколько фрагментов. Любопытно, что один из них висел у покойного Орлова, а другой у Ушакова, хотя вместе они были единой картиной. Мерзавцы! Распустились! В конец! Удавлю всех собственными руками в моем доме спать на посту! Почему без мундира? Ваша светлость. Как зовут? Прутиков. Я тебя, Прутиков, в Сибирь сгною, мерзавцы! Случилось что? Случилось. Ух, была бы моя воля, я бы вас не только в Сибирь, я б с вас живьем шкуру содрал! Охрана! А что, служивый, свечи ночью горели? Так и есть, ваша милость. Приказ был смотреть в оба, поэтому и не гасили. Угу. Смотрели они в оба! Это ты знаешь уже? Рассказали. Что это? Такая...
Сгною мерзавцев! Сдается мне, что караул не виноват. Говори. Канделябры стояли свечи с особым раствором. Ну, вроде сонного порошка. Вот, понюхайте, ваше сиятельство. Сам понюхай. И привези ко мне этого фокусника. Замешан он здесь. Да я, собственно, затем и пришел. Что еще? Из постоялого двора, где он давеча останавливался, Ванкувер съехал. Вы что, издеваетесь, а? Вы все издеваетесь? Вы сговорились, да? Что это? Так это лекарство. Ты чего тогда приперся? Что еще? Есть у меня одна бумага. Но что это? А то, что искать наших фокусников, надобно здесь. Почему? Гобелены, что этот, что тот, едины одним. Тем, что связывает их, эта картинка. Смею предположить, что направление движения этих уток указывает на место, где зарыт клад. И где это место? Но вот это нам и надобно выяснить. Думаю, что Ванкувер для этого и вырезал куски из гобеленов. Ваше, знаешь, кому принадлежали все части этого гобелена? Нет. Выпей. Выпей! Твоим Белозеровым. Так что вполне возможно, что Ванкувер... Погоди-ка. Когда арестовывали Белозеровых, кого-то среди них не нашли? Так точно, ваше свидетельство. Старшего сына. Он за границей был, говорят, там и сгинул. Тогда я знаю, что это за место. Что, Самойлов, замыкай круг. Птичка сия из этого кольца не упорхнет. Ну вот, приехали. Осмелюсь доложить, ваше сиятельство. Солдаты оцепили с полторы версты, так что злодеев мы схватить должны. Ну что, Самойлов, пойдем? Туманов! Сколько солдат у тебя? Ровно две роты. Думаешь, хватит? Должно хватить. Смотри, чтоб как в прошлый раз. Лучше постараемся. Слышь, служивый, что за беда такая приключилась? Что солдатушку столько нагнали? Давай, борода, езжай с Богом. Охота у нас здесь. Охота? Охота. Это ж на какого зверя? На медведя? Да на него, родимого. Давай, проваливай. Ну, дай вам Бог словить зверя. Ну, давай, давай. Пошла. Ну. Вы арестованы. За что, барин? Вора!
Более удивительного сочетания рожи и одежи я еще не видел. Да. Иди сюда. Лавкач, провел-таки меня. Взять его. Ну ничего. Пошли, братан. Сдается мне, что мы его все равно поймаем. Каким образом? Белозерова у нас? У нас. И под страхом казни семьи он себя выдаст. Если только он еще не опередил нас. Бог в помощь. Издалека? Только Златкина. О, я как раз туда. За Белозеровой, с племянницами. Че изволите? Квас у меня. Этот брат опоздал. Опоздал? Представились твои, Белозерова. От оспы все как одна слегли. И трех дней не промучились. Вот тебе раз. Что ж мне делать-то? А что делать? Ну, приказ-то у меня привезти. Привезти покойников за 400 верст. Это тебе, брат, льда не хватит. А потом покажи приказ-то. Ну вот, смотри, приказ. Ну, тут сказано, привезти для допроса. Ну. А про покойников тут ничего не говорится. Мертвых тебе могут не отдать. Уж больно строг, комендант. Так что ж делать-то? За другой бумагой возвращаться? Что покойников отдали, иначе никак. Вот тебе раз, а? Вот что. Ты мне приказ, значит, дай. Я его коменданту-то покажу. Ага. Мы их, значит, пока хоронить не будем. Так. Ну, а ежели решат покойников везти, все готово будет. Льдом обложим. М? Ладно. Стало быть, так и решим. Так и решим. Поспешай, поспешай. За приказом-то. И ты, нехрист, поверил первому встречному на слово, что они померли? Так, ваша светлость, как не поверить? Он в форме был. Я ничего не понимаю, какая форма, с кем ты разговаривал? Так, ваше сиятельство. Помните, у вас в доме у солдата мундир пропал? Пшел вон. Ты думаешь, он уже тогда предполагал, что мы пошлем за его семьей? Я уверен, что он действовал по заранее продуманному плану и опережал нас на шаг. Выкрал куски гобелена, составил карту, вырыл семейные сокровища и... И, переодевшись гонцом, освободил своих родственников, имея на руках ваш же указ. Ну, во всяком случае, если верить обманутому курьеру. Гнать нас надо за такую работу! Поганой метлой гнать. Однако Лавкач, редко когда хочется снять шляпу перед преступником, перед тем, как вздернуть его на виселице. Этот фокусник того заслуживает. Лично пожму ему руку. Интересно, сколько нужно было загнать лошадей, чтобы опередить нас на час? На 2 часа. Вы чертовски испортили настроение Ушакова. В самом деле? А фокус ваш я разгадал. С кольцом и платком? И с семьей, и с ларцом. Может быть, у вас тоже есть способности?
Послушайте, я не хочу осуждать вас и чинить препятствия. Вы понесли утрату, лишились крова. И дай вам Бог, чтобы на чужбине вы обрели то, что потеряли на родине. И еще одно. Берегите вашу сестру. Не буду скрывать, это она является виновницей моего поступка. Прощайте. Прощайте. Кто это? Благородный человек. Дай Бог России таких побольше. Судьба снова разлучает нас. Вам нужно спасать свою жизнь, а мне возвращаться обратно. Неужели вы не можете бросить все и уехать с нами? Поверьте, я хотел бы провести остаток дней возле вас, но я боюсь, что это навлечет еще большую беду на вашу семью. Храни вас Бог. Я буду помнить вас всю жизнь. Убрать трап! Я все равно найду вас. Все равно. Я... Это ты? Как видишь, все кончено. Вот она, корона. Уплывает. Еще не все потеряно. Помолвка – это ведь не венчание. Да ладно. Полюбуйся, не все. Если мы сумеем скомпрометировать Меньшикова в глазах царевича, все может обернуться иначе. Что-то новое? Из дознания лорда Уитворда стало известно, что Меньшиков послал письма в Ватикан и вступил в переговоры с масонами. Это серьезный шаг против православной веры. Но этим его не свалить. Да. Там есть план. План его восхождения на трон в случае преждевременной кончины царевича, но главное, указаны лекарские причины возможной кончины. Добудь мне эти письма. Князь Меньшиков, склонивший наследника короны царевича Петра к обручению со своей дочерью, имел немало недругов, кои всеми силами рвались помешать его регенству. Он еще не знал, как печально развернутся события для него и его семьи. В тот день ему казалось, что весь мир был у его ног. Судьба кинула меня в самую гущу политических событий, о которых я тогда и не догадывался. Разъезжая по порученным мне делам, я не раз виделся с великими людьми, делавшими историю. Но понял я их значимость лишь много лет спустя.